Деятелям культуры республики вручили государственные награды в честь Всероссийского дня работника культуры. Мероприятие прошло в Доме правительства. Министр культуры Якутии Владимир Тихонов поздравил хранителей и творцов, отметил их большую роль в формировании в обществе нравственных ценностей и моральных ориентиров. Присутствующие удостоились почетных знаков за укрепление мира и дружбы народов, отличника государственной службы и за гражданскую доблесть. А заслуженная артистка России, музыкальный деятель Аиза Решетникова получила звание народного артиста республики. Мой папа Петр Михайлович Решетников, народный артист РСФСР и Якутской ССР. Мы всего один год переписывались с ним. Значит, когда я уехала в Москву, поступила в Центральную музыкальную школу, то вот целый год была такая интенсивная переписка, и вот только тогда можно было сказать такие слова. Вот в обычной беседе такие слова не возникнут. Он мне писал: ты должна взять из культуры этого великого города все, ходи на концерты, на выставки, в театры, чтобы вернуться в Якутию родную. Ну, я вернулась, конечно, потому что действительно готовилась к своей миссии, да, вот то, что он сказал.